Всех приветствую на канале «Цвет настроения». 22-летняя Ева Кончельскис не является ни певицей, ни актрисой, но ее инстаграм пестрит фотками, где красавица запечатлена в компании знаменитостей. Справедливости ради следует заметить, что пропуск «Мир селебрити» девушке дал статус падчерицы знаменитого певца Стаса Михайлова, чем она и прославилась. И несмотря на то, что красавица Ева является завидной невестой, у девушки богатое приданое, да еще прекрасное образование, она обучается в Королевском колледже Лондона. Однако до недавнего времени о ее романах ничего не было известно. В прошлом году Ева снялась в клипе Анатолия Цоя, после чего поползли слухи о том, что падчерица Михайлова встречается с певцом. Видео на песню «Одеяльная» и прям убедительно показывала, что парень и девушка неравнодушны друг к другу. Что это, актерский талант или между молодыми вспыхнули настоящие чувства, доподлинно неизвестно. А совсем недавно 30-летний певец Олег Майами признался, что его сердце покорила очаровательная блондинка. Находясь на отдыхе в Ницце, Олег рассказал, что его жизнь изменилась, но что с этим делать, он пока не знает. Как оказалось, после расставания с Айзой Долматовой, Олег Майами недолго грустил. Певец пригласил Еву Кончельскис на импровизированное свидание на борту частного лайнера. По крайней мере, именно так он преподнес ситуацию в инстаграме. По фотографиям заметно, как артист ухаживает за девушкой, но та не особо отвечает взаимностью. Как утверждает сам Олег, Ева влюблена в другого, и это сильно его расстраивает. «Я влюбился, ее зовут Ева, но у нее есть парень», – написал в личном блоге Олег. А как дальше будут развиваться их отношения и кого выберет Ева, покажет только время. Будем следить за новостями. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!